Всем привет! С вами Прио. Спешу вас обрадовать. Относительно недавно награда, которая дается за выполнение эмиссар заданий, а именно сундуков локальных, которые мы делаем и получаем за выполнение трех определенных локальных заданий с какой-либо фракцией, ну или четырех в случае с остальными, кроме тарталанов, мы будем получать 2000 золота вместо 700 и 1600 суммарно силы артефакта вместо 1000. Этот хотфикс ввелся час назад. Серьезно, относительно недавно. И вот уже можно заметить то, что награда 2000 за орден пылающих углей. Я говорил еще в среду о том, что оставьте сундучки, не сдавайте их и получите увеличенную награду в тот момент, когда уже это применится к живым серверам. Ну, вот оно применилось. Делаем локалочки, радуемся, получаем какое-то количество голды за это. Ну и все. Вот. Надеюсь, это радостная новость для вас, ведь голда, она всегда нужна на самом деле. Какие-либо поушены, какие-либо чарочки, фласочки, покупка бюджетных маунтов. Абсолютно все требует золота. Желаю вам успехов в накоплении его, всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, конечно же. До скорого.